Всем привет! Маленький обзор сочинского парусного центра спорта, ну и то, что называется яхт-клуб Сочи. Сейчас я немножко покажу и расскажу. Пойдем! Вот такой вот в него вход. Видите, как близко пляж? Какие тут есть нюансы? Там достаточно мелко. И здесь раскатывает очень серьезную волну при южном и юго-западном ветре. И, несмотря вот на этот мол и этот мол, лодки уходят. Там стоит в середине маленькая яхта. Она осталась, когда здесь был сильный юг. У нее вырвало утки и положило на бок. Вот такой вот вход. Такое там море. Есть колонки, вода. Стоянка на буях. То есть на дне муринг, к нему буй. У буя рым, на рыме швартовый. Вот через этот мол перекатывает волна в серьезную непогоду. Здесь есть кран небольшой, не помню, по-моему, до 5 тонн, но сюда также приезжает и помощнее кран. Дорого, но может и поднять, и опустить. Тут гостиницы, центры единоборств, центры атлетики. Все это на одной территории. Тримаранчик спортивный. А, топлива тут нету. Единственное хорошее топливо – это в Утрише. На имеретинское топливо все ругаются. Ну, сделаю еще какой-нибудь обзорчик, если это интересно и актуально. Наверное, все понятно. Так что всем пока. Чао.